Это Бэттрип. Какой Бэттрип, дурак, блин, ты попал в Майнкрафт. Разведите его. Майнкрафт! Майнивность с вами, всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Сынчоус. Это анекдот про мужика, который в Тейват попал. Как понял, это будет что-то про Геншин. Но это Сынчоус, значит, это будет что-то гениальное про Геншин. Погнали смотреть. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майни Шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Так, что это за иконка? Спасибо. Что же ты хотел? Блин, я не успел! Извините, сейчас вот так, все, я извините. Все, вот так сделаю, чтобы точно извините. Это робот Зиншин? Слушай, я очень давно хотел тебе сказать. Что же ты хотел? А, в общем, ты мне нравишься? Да ладно, ты мне тоже нравишься. Правда? Да! Я думаю, у нас сегодня чудесное. А, ну понятно, все. Зафармил. События истинного вакуума. Roblox Strike? Сука. Ну что, с iPhone 11 может, модно? Или... Почему вы не отвечаете? Опять вы? Я советую вам все мои нас послушать. Вам точно понравится наше предложение. Мы сотрудничаем с очень крутым проектом Genshin Impact, чтобы заплатить вам огромную сумму за участие в нашей рекламной акции. Так что, мне продолжать? Мне не интересно. Боже, 10-й раз за неделю звонят. Мне нужно сходить за едой. Да, кажется, что денег нет, да? Пусть согласится. Сука. Здравствуйте, у нас есть предложение. Мне повторить? Мне неинтересно. Вам понравится. Просто дайте мне вам про все рассказать. Genshin Impact — это приключенческая игра с открытым миром. Бесплатный AAA проект с крутой графикой. Вам нужно просто подписать согласие. Мы все сделаем сами. Только подписать? Сейчас. У меня где-то была ручка. Козел. Без шансов! Ничего себе, не рука, бицуха! Согласие тоже не нужно. Норм бицепсы. Трицепсы тоже сойдет. Чекай, кто тут разлегся. А я скоро буду. Жесть! Ну ты и жердяй. Да нормально, ты бицухи свои видел? А это вертолет! Нормально. Вот так оказался в Genshin Impact. Ой. Не бойся, это Хили Чуру. Враждебный моб. Понятно, а ты кто? Я Паймон. Что за глупый имя? Паймон, блин, голос видела, как ты упал, как в оригинале. Стало интересно, кто это. Это Бэттрип. Какой Бэттрип, дурак, блин, ты попал в Майнкрафт. Разведите его. Майнкрафт! А да, точно, Тейва. Короче, пошли, я тебе все покажу. А почему ты больше не летаешь? Я просто... Это что за статус? Ну, зато честно, зато честно. В этом мире есть несколько стихий. Анима, геа, электро, дендро, гидро, пи... Ой, перо, ну как я мог забыть, блядь. Точно, реклама. Может, криво. Реклама. Тебе надо владеть глазом бога, чтобы владеть стихией. Но у тебя его нет, лох. А что за статуя-то? Да я в душе... Вы можете нам подсказать, где тут ближайший KFC? Похоже, что она не может. KFC тут нет. А что есть? Растикс. Это тут косплей-фест. Бам, блядь. Второй, бам. Это не косплей-фест. Пошел отсюда. Да за что его? Итак, жизнь нелегкая. Слава богу, я использовал технику возрождения. Идиот, мы в игре. Ты можешь больше не ломать четвертую стену. Какую четвертую стену? Ну эту. Какую? Неважно. Здравствуйте. Привет, это моя кобыла. Она иногда своего летит. А че она дрессированная? Ну там сидеть лежать. Нет, я агрессивная. Ужасная непослушная кобыла. Ты даже не прыгаешь. Пахнет от твоей кобылы действительно так себе. Я ее бензином мою. Вкусненько. А я все-таки прыгает. Новая кобыла. Приветик. А почему ты безлика? Ты Слендермен? Мы потерялись. Нам нужен проводник. Мне кажется, она тоже потерялась. Она же ничего не видит. Сколько пальцев я показываю? Да. Галеон, она трансформировалась. Данил, вы умеете менять внешность? Да.
Почему каждый раз с нами общается новый человек? Я устал от такой неопределенности. Я желаю тебе наконец найти себя. А вот такой современный мир. Я вас... Современный мир, он такой. Видела, да. Это не вы случаем, там блогерша на кухне готовит. Константин Ивлев. Ну да, кстати, что-то в этом есть. Ну этот шест до сих пор в девочек переодевается. Уходим отсюда, мне не нравится ее неопределенность. Да, отстань ты от меня. Данил. Да. Зинки зугу. Зинки бубу бибу ми фор богос бенчет. Да пошла она. Не подходи, я знаю кунг-фу. Я мальчик. Данил, отгадайте загадку. Сколько волка не яблоко, от яблони все равно свистнет. Что? Или что это? Рыба. Ну, легчайся получается. Что яблоко, но не яблоко, но от яблони... Лега. Лега. Данил Лего просто. Кстати, у тебя ширинка расстегнута. Не то, чтобы мне было так интересно, что там у тебя. I stroke my pickle. Даже спасибо. Капец. Не сказал. И не застегнул. Дайте примагемов. Данил, как насчет самому их заработать? А как? Стать стилистом, не знаю. Ты же как-то меняешь внешность. Вот будешь менять внешность других людей. Всем пока, я ухожу. Сегодня по стилистам. Дима Билан. Это самая гениальная реклама Геншина, которую я видел пока что. Самая гениальная. Вы чё, какой медведь, алло? А чё у тебя такие ногти? Я их не стригу. А ты откуда грязь достаёшь? Ну и кушаешь. Ну это лишнее было, я бы такое не простила. Мне кажется, ты чё-то вообще попухла шерсть. Не поняла, побазарить хочешь? Ну пошли выйдем. Пошли, швабра, разъезд. Стойте, я только сейчас заметила. Станьте друг к другу плечом. Очень сильно похожи друг на друга. Мне так не кажется. Он больше похож на тебя. Может, вы сестры? Я пробирочная. Я так и думал. Ты вообще медведь. Я пойду отойду в кусты. Камеру убери. Здесь только видео запрещено. Это вот создатель Геншин Импакта. Смотри, как его реклама снимается. Мы побили рекорд по онлайну, босс. Это хорошо. Начинаем второй эпизод. Ты чё творишь? Ой, приняла тебя за Хиличурла. Что? Померещилась, что ли? Я Хутао, персонаж стихии пира. Откуда вы? Не похожи на местных. Я из Дегро. Кто тут у нас? Мы пришли с миром. Ну вообще мы из... Хватит меня перебивать. Что? Тебе бы тоже она надоела. В общем, да, я союз. Приятно познакомиться. Надо было съесть. Надо было съесть. И мне приятно. Хочешь, провожу тебя к Манштату? Да. Добро пожаловать, девочка, в мой Манштан. А это лучше, чем бегать по лесу и кидаться камнями. Покажешь мне город? Лол, я чей? Что это за город? Я ваша из Линьюэ. По факту раскидала. Твои сограждане? What the hell is that? Раскладку забыла поменять, да? Ну ничего, бывает. Ты ее знаешь? Знаю. И кто она? Наверное, продавец славится Яхазе. Петух. Я индюк. Почему по лесу люди бегают, а по городу индюки? Видимо, это тут норма. Классика до Геншина, кстати. Она говорит. Я не могу двигаться. Похоже, что она меня заколдовала. Каким-то волшебным кодом. А чё мне теперь делать? Я то реально не могу двигаться. Снимать трусы и бегать, чё ещё делать? Давайте вы толкать меня будете. Вот и идём потихоньку. Нормально. Толкай. Тут просто толкача заводят, получается. Уже день его толкаем. Бля, пацаны, вам не надоело? Я, кстати, могу ходить. Мне просто лень было двигаться самому. Доказал, что гений. Ваная нельзя было раньше сказать. Я хочу еще на город посмотреть. Я заснул, пока вы меня толкали. Здесь романтично. Еще скажи, ночью круто. Весь день тебя таскали. Ну да, круто. Комару. Комар. Или как тебя? Я знаю, что тебе 10 лет. По факту он разобрал его. На работу. Другой мир миром, а деньги зарабатывать надо. Я к ним хочу. Кто быстрее? Я. Тут весело. Привет, воды, дружить. Привет, го с нами в гонке. Я судья. На счет 3. 100. 99. Куда? Где я считаю? Еблан, давай быстрее. Ладно, до 10 тогда. 10. 11. Да, окей. 1. 2. 3. Ага, ничего себе. Я на обгон иду. Жестко, жестко. У меня работа по расписанию. Эй. I got curry, sushi, food for everyone. Get out. English. У меня опять отжали работу. А вот так, ребята, без знания английского вашу работу отожмут. Вот поэтому знать английский нужно. Очень полезная информация была. Налей мне чего-нибудь безалкогольного. Фу, осуждаем. Осуждаем. Гилби.
пожалуйста. Нормально, Андертейлыч. Тут просто раз, кстати, людей нет. Ну, конечно, мы минуты наедине не побыли. Это уже не наш бар. Пришли, отжали, блин. Заведение здесь, конечно, не... Шарай, ты смотри, куда она идет. Не знаю. Она, наверное, нас ищет. Пошли за ней. Стой, не надо. Это почему еще? Надо извиниться. Кто этот сценарий придумывал? Почему у нас вместо Эмбер Хутао? Не знаю, я тут не работаю. А он вообще тут что забыл? Это же не его локация. На меня похож, кстати, очень. Я когда кепку снимаю, так же выгляжу. Ой, мужик, ты неправильно все понял. Ты все это время врала. Это не я организовал. Прошу, помилуй. А кто главный? Я тут не работаю, а я уволился. Ready to rumble. Знаете что? Я найду вашего босса и засужу всех вас и вашу компанию. Вы все Не засудишь. Слушай внимательно. Капец. Ты уже нас спалил, но по договору мы должны показать зрителям фестиваль. Так что решишь загадку, и мы тебя отпустим. Сверху тебя снимает камера. Я знаю это. Это же игра теней. А ну! Это корабль. Снято. Спасибо за сотрудничество. Папич Момент, да, это Папич Момент был. Слушай, ты не держи на меня зла за то, что похитил. Мы знакомы? Когда-то были. Но я слышал, что у тебя проблемы с памятью, так что я тебя не виню. Твой приз находится в сумке. До встречи. Капец, игра кальмара какая-то началась. Что там? Чё, блядь? Примагевов? Ха-ха, молитв накинули. Приятного аппетита. Приятного аппетита, поешь молитв. Не поняла. Я и раньше ломала четвертую стену, но до такого никогда не доходила. Добро пожаловать в реальную жизнь. Здесь ты игрушка, а я фиолетовый пенопласт. Кайф. А это кто? А тебя это и не должно. Это Элибрид. Вот такой вот видос, ребята, Санчоуса. Это, кстати, очень хороший видос. Мне понравилась отличная реклама. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Санчоуса обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было очень приятно. Всем счастья, здоровья, удачи, всего в придачу.